Доброго времени суток, дорогие друзья! Итак, мы сегодня снимаем покатухи легиона Козак Тим. Захожу в отряд к нашим доблестным бойцам и стартуем. Немного интернет подвисает, но ничего страшного. Надеюсь, все будет нормально. Эх! На британцев напали. Пока все нормально. Так, юрец. Пошел упасть, там, скорее всего, босс торчит. Так, а вот и клиент. Подставой. Подбил минкой, но ничего. Чем сильнее враг, тем интересней бой. А вот и подстава. Ну тут, как говорится, разговор короткий. Кроссовик, сильный бродяг. Отлично, подстрелим. Конечно, лаги еще где. Есть, юрец сработал. Красава. Ну, хоть как-то. Ага, вот прячется. Подбили. Ой, какой красавец. Он со спины зашел. Но зато мы ему не дали. Скорострельный. А, он завис. Иди сюда. Чухался? Нет. Товарищу позвонили. Куда побежал? Стоять! Укашу! Вот и так же! Уха! Вон он, троян! В одном месте собрались, это хорошо, сейчас мы отжали. Итак, вступаем в отряд боевой в составе Саня и Юрец. Ох, сейчас мы тут устроим. Ну, первым делом, конечно, накинут рога, как всегда. А чё нам его бояться? Сейчас мы тут у всех. Ну, а там получится. Ну, ты ёханый бабай. Украинский легион. Эх, еще и подвис. Красота. Ох, уже эта членинга разработала суперскую программку. Все виснет нах. А жаль.
Итак, мы продолжаем снимать покрухи нашего доблестного отряда. Теперь мы попали, так, скорее всего, на ботов. Работаем, как в тире. Бах! Ну и в таком виде. Ну, надеюсь, следующий будет пойти. Тут ребята добивают, а мы побежали следующего. А, нет. Так, пошел я, наверное, к стеночке стану. И оттуда буду лупатить набегающий. Потому что и так ребятам приятно. Прям под носом. Бах. И не бах. Копы полка. Сворачивался с Саню по линкалку. Давай, прости, друг. Хотел идти. Там линка. Собственно, интересно. Развлекала. Мы совместно стали. Средней паршивости.